как опубликовать аддон в мастерской VR-мод для Half-Life 2. Если вы когда-нибудь публиковали свои работы в Garry's Mod, CSGO или Left 4 Dead 2, то должны знать о том, какие файлы нельзя упаковывать в BSP и как создавать VPK-архивы. Поэтому мы пропустим данный этап и перейдем сразу к делу. Откройте следующую папку Half-Life 2 VR Bin Workshop. При первом запуске программа может ругаться на отсутствие нужного ПО. Не страшно, просто скачиваем его, и при последующем запуске появится вот такое окошко. Выбираем нужную версию игры, а затем уже одариваете ваш аддон именем и описанием. Все это можно потом отредактировать в самой программе, либо в Steam. Важно, чтобы обложка к аддону была кратна 512 пикселям формата JPEG. В следующем окошке выбираете BSP-карту, либо ваш ВПК-архив. Соглашаемся на добычу криптовалюты и загружаем свой аддон. Дальше остается ждать. Приложение сообщит об успешной публикации, либо об ошибке. В случае ошибки стоит обратить внимание на то, правильно ли оформлена обложка аддона и прошли ли загружаемые файлы проверку белого листа. Пример такового из Garry's Mod будет в описании к этому ролику. На этом все. Удачи, Тамадачи!